Итак, значит, мы продолжаем развитие пранаямной техники, и я получил большое моральное удовлетворение в том, что вчера, увидев, как один из ломцев ныряет в Маналасти, я у него спросил, а сколько у тебя циклов идет на 25 метров? И оказалось, что у меня в разноножках идет 7 циклов, а у него идет от 11 до 9, так ли, Маналасти, про пранырки. То есть я считаю, что пранаямная тренировка в этом оказывает мне существенную путь и полезность. Поэтому в развитии этой тематики мы берем предыдущий вариант, который вы уже пробовали в среду. Напоминаю, это на антаракумхаке, задержки на вдохе. Мы выполняем языковое замыкание в прямом, в прямой последовательности, 16 замыканий, и в инверсном. И было озвучено, что инверсное – это, собственно говоря, повторение прямого только в обратной последовательности. То есть наши четвертые и пятые замыкания, они подобны. Третье и шестое подобны. Заметили вы вот это или нет? Последовательность движения языка. Вопрос, когда уже идешь на вторую 16, это фактически начинаем с того, что начали. Зачем закончили? Нет, то, чем закончили. Повторяю. Да, да. А потом в обратном вы как бы раскручиваете эту систему. Я уже говорил Евгению Яковлевичу, и он это подтвердил. То есть схема приблизительно такая, что мы как бы зашли в какую-то последовательность, да, и мы тогда как раз сказали по поводу клубка Андромеды, да, и вот этого, как он называется? Нить Андромеды. Да, нить Андромеды, которая использовалась в лабиринте Минотавра. Вот. Но сегодня мы усложним задачу следующим образом. Мы на Бахе Кумбхаке пробуем сделать в обратной последовательности. То есть в Бахе Кумбхаке мы в прошлый раз сделали инверсную, да? А сейчас мы делаем, значит, на Бахе Кумбхаке инверсную последовательность, а потом прямую. Понятно? Mm-hmm. То есть у нас зеркально... 32 и 32? Да, 32 и 32. Ну, я думаю, что вы это потянете, потому что Бахе... Это на выдохе, что ли? Да, на выдохе. 32. На вдохе 32, на выдохе 32? Да. Одинаковое? Нет. В обратно. Вы смотрите, значит, на вдохе вы делаете прямую последовательность, да, замыкания. 16 и инверсную после нее. Да. А на Бахе Кумбхаке вы в обратном порядке делаете. Вы делаете инверсную, а потом прямую. Если вам не будет хватать времени на Бахе Кумбхаке сделать эти 32 движения, то делайте 16. И количество циклов на данный момент мы пробуем сделать всего 5, для того, чтобы морально быть готовым к этим всем развязкам. Понятно здесь? Ну, вот это Бахе, это выдох имеется? Да, это задержка. Бахе – это пустая, антара – это полная. Антара – это… Сложно будет на выдохе. А? На выдохе сложно будет столько сделать. Еще раз. Сложно будет на выдохе столько сделать. Почему? Да это вам кажется. Вы можете еще существенно больше, просто я вас подвожу к этому, потому что вы это сможете делать существенно больше. Понятно здесь или еще вопросы какие-то? Реально я надеюсь, мы выйдем на параметры 64 на 64. 64 там и 64. Это вам так кажется. Выдохи 32, инверсный порядок. Да, в инверсном порядке относительно антера.
То есть у вас получается вот этими штуками развивается параллельное вычисление или параллельное выполнение процесса развития. То есть посмотрите еще, пожалуйста, вот я рекомендую ссылочку, которую я давал, по поводу женщины с инсультом. Смотрели? Я смотрел. А? Я смотрел. Там слышал параллельность обработки информации одним полушарием и вторым. И она четко это... Вот мы развиваем именно вот этот процесс. А все остальное там как бы стандарт,